В конце недели старый оскол ожидает похолодания, а значит, не за горами сезон простуд. Лучшее средство для укрепления иммунитета – питание. Оно должно быть правильным, богатым витаминами, минералами и полезными жирами. В старый оскол приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба камчатская». Более 30 видов морских деликатесов можно приобрести во дворце спорта «Аркада». Аромат такой, что устоять невозможно. На выставке ярмарки «Икра и рыба камчатская» ажиотаж. Белуга, нерка, кижуч, палтус, белорыбица. В каждом кусочке омега-3, витамины D и В2, кальций, железо, йод, цинк и магний. Но больше всего пользы и вкуса хранит в себе королева лососевых чавыча. У меня уже пожилой возраст. Омега-3 – это полезное для стариков. И не только для стариков, но и для всех. Что? Белорыбица, чавычи на бутерброды, немножко с маслицем. Красота. А это не просто деликатес, а настоящая драгоценность Камчатки – крупнозернистая красная икра. Употребление этого лакомства насыщает организм витаминами группы В, а также Е, Д и С, омега-3 и 6. С удовольствием каждый раз закупаюсь здесь, но сейчас хотелось бы сделать акцент на икру, потому что начинается осенний период. Каждый раз беру икру и удивляюсь, потому что она настолько вкусная, настолько крупная, икриночка к икриночке. И вот мои дети с удовольствием ее едят. Приобрести дальневосточные деликатесы можно до 18 сентября во дворце спорта «Аркада».